Массовый велопробег провели в Уральске в День столицы. Мероприятие объединило более 300 человек. Участие в нем приняли как профессиональные спортсмены, так и любители велоспорта. Участники велопробега вместе с руководством региона проехали на велосипедах 13-километровый маршрут. С каким успехом его преодолели, расскажет Дана Килибаева. На несколько часов Уральск оказался в окружении велосипедистов. Участие в велопробеге приняли сотни поклонников активного образа жизни, любители и профессионалы. Возраст для участия в спортивном мероприятии тоже не имел значения. Многие пришли целыми семьями. Хочу всех поздравить казахстанцев с праздником, с Днем Астаны. Пожелать всем крепкого здоровья. Ведите здоровый образ жизни. Велопробеги состоялись одновременно во всех городах и районных центрах области. Основная цель мероприятий – пропаганда здорового образа жизни. Заместитель акима области Бахчан Нарымбетов поздравил участников мероприятия с праздником. Велопробег приурочен ко Дню столицы. Я призываю всех к здоровому образу жизни. Сегодня и мы, в пример, все садимся на велосипеды. Почти 300 человек поддержали нашу акцию от мала до велика. Я думаю, сегодняшнее спортивное мероприятие удалось. Организаторы провели специальную лотерею для активных участников, наградили их сертификатами. А главные призы – велосипеды – вручили троим победителям. Дана Килибаева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42.